Твою мать, я лучше туда пойду. Зал местной истории. Ну там, видимо, и сидит этот кто-то. Пусть пока сидит. Я, по-моему, понял, где мы находимся. Сейчас я открою вот эту дверь. Да, и тут мы были. Ладно, хоть это понятно. Давайте зайдем в старые книги. Что я тут делаю вообще? Где? Ладно. Мне просто нужен ключ. Просто нужен ключ. Дайте мне, пожалуйста, ключ. Хорошо. Блин, меня очень беспокоит то, что там какой-то непонятный гад. Всего в нескольких десятках метров от меня. О, ящик. Откройся ты. Ну ладно. Ящик закрыт. Не открывается. Что за странные звуки, я не пойму. Блин, кровь пульсирует в голове, руки трясутся. Блин, надо убираться отсюда, с этой долбанной локации, с этого архива. Тихо, тихо, тихо. Вроде спокойно. Фу. Да уж, ребят, в наушниках ночью. Это да. Это да. Так, у нас приоткрытая дверь. Ладно, тут вроде никого нет, давайте пока пошаримся по комоду. Что это такое? Это не карта местности? Видимо, нет. Ох, тут еще такие свитки. Так, дальше. Что у нас здесь? Карты. Твою мать, что происходит, а? А, ну просто отлично. Это прекрасно, по-моему. А, лучше и быть не может. Что же делать? Давайте осматриваться. Да, вздрогнул. Вздрогнул, вздрогнул. Не буду врать. Игра вообще чем-то мне пока что очень сильно напоминает именно Call of Duty. Так, тихо. Большая часть замка слишком древняя, не обслуживалась веками. Когда придет день, все может обрушиться. Мы ведь пытаемся выиграть время. Сделаем все, что сможем. С темницами мы ничего сделать не сможем. Но нужно укрепить слабые балки. Земля задрожит,
и все может рухнуть на нас, особенно в нижних помещениях. Здесь, здесь и здесь. Пусть слуги принимаются за работу. Понятно. Главный герой у нас, судя по всему, какой-то Александр Бранденбургский. Какой-то аристократ голубых кровей. То есть двуличная мразь. Эксплуататор. Как сейчас модно говорить. Господин. Так, это у нас что за чернильница? Восточное крыло. Хорошо. Западный зал. У вас как-нибудь можно взять? Так, ну ладно, эти чертежи мне, в принципе, не очень нужны. Масло, трутница, трутница. Трутниц дают в достатке. Сколько их у меня уже? 13 штук. Несчастливое число. Так, а что у нас? Вот это меня давно интересует. Хрупкая стена, но руками ее не сломать. Понятно, давайте сначала сюда сходим. Так, здесь у нас обвал. Королевство Пруссия. Боруссия. И центральная Пруссия. Ну, архив и есть архив, короче говоря. Что это я взял? Что меня аж так накрыло? 17 мая, 1839 год. Мне показалось, что я колотил по камню целую вечность, пока не отчаялся. Я был заперт. Задыхаясь, я рухнул на пол и попытался собраться. Вдруг я заметил слабый синий свет. Я с трудом передвигал ногами, но заставил себя идти к этому завораживающему свету. Интересно, что же это за свет он увидел? Давайте посмотрим. Надеюсь, сейчас... Он не спешил гаснуть. В темноте я чувствовал его притяжение. Надеюсь, сейчас никаких бу-эффектов не будет. Какой-то шар. Я потянулся к свету, но он выскользнул из пальцев и ярко вспыхнул, унося меня прочь. На меня навалились странные видения. Я видел спиральные башни, бесконечные пустыни и невозможную архитектуру. Следующее, что я помню, это скрежет камня и голоса арабов, которые вытаскивали меня из усыпальницы. В руках я сжимал осколки странной реликвии. Да, это все больше и больше напоминает мне творчество Говарда Лавкрафта. Все эти описания каких-то невероятных внеземных цивилизаций и тому подобное. Так, ну что? Мне нужно чем-то проломить эту стену. Давайте вот этим попробуем. Ага, понятно. Так, что у нас здесь? Куда это мы попали? Действуй быстро. Когда задействуешь первую, услышишь этот звук. Если он прекратится, придется начать сначала. А это не слишком? Нельзя пренебрегать осторожностью, Даниэль. Так, что где это я оказался? Какая-то библиотека, что ли? Давайте, больше света.
Вот, отлично. Так, ну и сюда давайте. Растранжирим наши трутницы. Зато теперь тут уютненько стало. Так, и что у нас тут такое? Что-то непонятное. Возможно, мне это стекло разбить надо чем-нибудь. Ну ладно, там все равно ничего нет. Ага. Местные предания. Так, ладно, перелистываю. Если интересно, паузите. Я это обязательно прочитаю уже при кодировании видео. Сейчас же пока не буду тратить ваше и свое время. Это на что? Это просто книга. Блин, ну интерактивность тут, конечно, на высоте. Как бы взять по физике, пробить стекло, это любым попавшимся предметом. Просто, по-моему, замечательно. Так, что мы делаем? Угу. Когда стало светло, я вижу, что у нас есть дверной пролет, похоже. Из-за полки пробивается слабый свет. Ну, я понял, но давай сдвигай. Как в Call of Duty он не двигает. Что же нам делать? Так, я вижу, эта книжка выделяется. Какого хрена? Ну-ка, вот это тоже. Ага, ага, понятно. Вот оно что. Ну ладно, эти книжки были довольно-таки очевидны, подсвечены, говорю. Так, и, собственно, я вижу ключ, это хорошо. Только сначала я пошарюсь в ящиках, интересно, сюда можно забраться? О, ну просто прекрасно, вот так вот, наверное, можно от кого-нибудь спрятаться. Так, давайте пошарим в ящиках стола. Тут какая-то бумажка в запертом винном погребе. Понятно. Это тоже почитаем. И что у нас в нижнем? Блин, я вообще тащусь с управления. Это просто, по-моему, какая-то виртуальная реальность. Сюда бы еще перчатки, как в тех фильмах, когда там шлем на голову, перчатки на руки. И вперед. Какой нахер? Что такое, блин, а? Вроде тихо. Блин, твою мать. Что ж мне так не везет-то? Так, ну туда идти смысла нету, там все завалено. Остается идти сюда. Твою мать, валим отсюда, блядь. Надо уходить отсюда быстро. Так, блять, он сзади. Тихо, тихо. Давай, братюнь, блять, что ты тормозишь, тогда быстрее иди. Я нахер сваливаю отсюда, к ебени матери. Это что там было такое, бляха-муха? Что за нахер? Почему в каждой игре ужастики обязательно нужно облепить стены каким-то говном, а? Небось еще жгучее.
как в Call of Cthulhu. Это вообще будет просто полный вынос. А, сука, я же говорил, блин. Так, перепрыгивайте. Да, блин. Что там у меня со здоровьем? Все в порядке? Но тем не менее. Я надеюсь, оттуда эта херь не придет за мной. Кто бы там ни был. Так, все, идем к чертовой матери отсюда в винный погреб. К чертовой ядрени фене. Используйте ключ у двери. Так, надо фонарик достать, потому что у меня, блин, руки трясутся. Ага, вот так. Все хорошо. Ладно, ребят, на этом пока закончим. Это была первая часть моего прохождения. Ну, конечно, она для вас будет не первая, потому что я ее поделю. Это уже часть третья, четвертая будет. Но, тем не менее, с почином, как говорится, меня и вас. Будем проходить дальше. С вами был Артур. Комментируйте, ставьте пальцы вверх. Пока-пока-пока.